пипец. О, или это змееголов? Не, сомик, да? Сом. Сомикус, нормально. Нормально. Вот, друзья, вечереет. Едем на рыбалочку. Сетки уже были поставлены. Надо будет протрясти, посмотреть, что там будет. Рыбка какая. Может, что и поймаем. Ну что, ждем интересных моментов. Всем привет, друзья. Снова выбрались на рыбалочку. Приехали в Ачан. На рыбалочку за папоротником. Отдохнуть, соответственно, попариться в баньке. Черемшички собрать. И черемшук, самое главное. И ведро водки выпить. Два ведра. Уже ведро выпили. Вот, ведро выпили, едем сетки проверять. Все, что, двинемся. Расскажем, расскажем. Двинулись потихой. Давай. Вот, тронулись. Подписчики. Вот он, брюхо. Прем. Друган нашего канала. Моторчик наш. 115, да? Да, само то. Короче, дунули, пипец. Летим! Так, все, короче, подъезжаем к сетке. Дорогой. Ой. Тут сеток стоит миллион. Короче, вот у нас сеточка. Пустая, рыбы нет. Если пару. Голова. Пару коней. Рыба, рыба, рыба. О, рыба была, рыба. Что там? О, казанчик килограммовый. Нормально. Чуть не пролетели. Так, что там, сомик попался. О, или это змееголов? Не, сомик, да? Сом. Сомикус, нормально. Нормально. О. Казанчику. Нормально. Такой, блин, килограммчика на полтора. Хороший сазан. О, Дес, ты, блин. И сом. Вон она. Ну, все, сеточка.
пустая, рыбов совсем нет. Так что вот такие вот рыбацкие будни, когда рыбов ноль. Там она где-то плещется, но не здесь, не в сетке. О, пластик ловится. Ну все, закончилась наша рыбалочка сегодня. Природа, погодка нахуй шепчет.